Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. И как ты видишь, у нас закончился турнир, и мы забираем свой приз. Так, Лига мастеров, 3 звезды, ребята, было первое место. Я не слетел с топчика. Так, сюрикены, тигриный коготь, 50 ДНК. Жалко, придется это все продать. 90 золотых осколков и 75 платиновых. Отлично. Ну что, зайдем с тобой, нет, не в магазин, а вот сюда. Ну что же, на этой неделе, как мы видим, у нас будет в призах именно Ванька-стиранка. С двумя кастетами, такой крутой. Ну что же, я поздравляю тех, у кого его нету. Наверное, с приобретением дальнейшим. Так, а в испытаниях у нас с тобой сцены насилия, городская война, тени на солнце. Плюс усаги против хитрости и также сама хитрость, да, платиновое испытание. Ну что, давай приступать. Мы же всегда, как только неделя у нас заканчивается, бежим сразу же на арену. Подожди секундочку, а у нас на прока... Воу, друзья мои, отличная новость. Так, смотри, мы можем с тобой перевести либо Микеланджело Космос, да, в золотой ранг, либо Бибоп Кролик. И я почему-то хочу перевести именно Микеланджело Космос. Раз мы с тобой уж взялись плотненько за черепашек, то, пожалуй, это будет самый правильный выбор. Так что, друзья мои, поехали. Всего у нас с тобой хватает. Да, поднимаем ранг. Отлично, шикарно, друзья мои. Просто великолепно. Так, и сразу же, наверное, хотя нет, уровень мы не будем ему поднимать. А знаешь почему? Потому что все задания у меня выполнены. Мы лучше с тобой это прибережем на следующую серию. Так, осколки я тоже уже получил, ребята. В магазине. Кстати, насчет магазина. Здесь у нас ничего нету. Так, 105 монет. Мы с тобой тратим это, конечно же, все на Аллапекс. И, как ты видишь, уже 60 ДНК. Но еще нужно 40. Ёлки-палки, еще так много надо. Ну, будем копить потихоньку. У нас, как говорится, никто никуда не гонит. Ну, а теперь мы возвращаемся с тобой на турнирную арену и поехали. Так, давай-ка мы посмотрим, может быть, дадут кого-нибудь. Вот, вот, ты видишь, Анатолий, 11-11. Тихо, Армагон, куда ты лезешь? Ничего себе ты, парень. Нет, мы будем, конечно же, отыгрывать наших вот этих вот самых-самых начальных персонажей. А ведь была возможность перевести его в золотой ранг. Но я перевел Донни. И я думаю, что вы меня в этом плане поддержите. Хотя, ты знаешь, у каждого свои вкусы, да? Может, кому-то нравится Бибоп. Я не скажу, что он мне не нравится. Просто вот захотелось мне Микеланджело именно космического перевести в золотой ранг. Так, ну что, как ты видишь, тут идеальная победа, и мы с тобой двигаемся дальше. То есть заварушка только начинается. И мы с тобой сразу же хоба и на воин 2 звезды. Потому что, ребята, откат произошел буквально минут 15 назад. Чтобы вы знали. То есть вот только он произошел, и я сразу же уже нахожусь в игре, и мы с тобой бомбим. И вот тут уже у нас есть Сашка. С 11-12 кубков, так что все хорошо. Может быть, мы с тобой сегодня хорошо бустанем. Хотелось бы. О, Пит бежит, как будто его ужалила оса. Поехали. Ну ладно тебе, Пит, что ты не мог добить, что ли? Ну а Лео? Лео минус двоечку сделал сразу же, прикинь. Прекрасно. Очень замечательно. Ну, двигаемся с тобой дальше. Наверное, сейчас перейдем на следующий ранг, естественно, да? Уже на 3 звезды. Посмотрим. Воин. Ну, конечно же, 3 звезды. И место у нас 69-е. Что может быть лучше, а? Так, смотрим. 11-12. А дадут что-нибудь посерьезнее, а? Там 12-12 или 12-13. Нет, не хотит. Не, ребята, не хотит. Ладно, возьмем тогда с тобой. Давай кого-нибудь из соотечественников найдем. Я что-то таких не... О, было 12. Ну, блин, ну, все-таки, значит, можно, да? Вот, вот, ребята, Григорий, ты понимаешь, Григорий, Гришка, молодец. 12-13.
Поехали, раз, два, три. А, тут уже 4 персонажа. Все, ребят, сейчас мы отыграем с вами битву эту с лихвой. Так, Хан, Рафаэль. Начну, наверное, с Хана все-таки. Опа. Нет, так дело не пойдет, надо добить его. Массовая атака, Рафаэль, давай. Четенько. Так, Кирби, тебе здесь делать нечего. Ну и Рафаэль, что твой пендривается еще, смотри-ка. Ну, Саблезуб, что ты такой ватный-то? Даже не мог ударить нормально, фиг с ним. Тут главное, друзья мои, конечный итог. А конечный итог у нас победа. Я не знаю, успею ли я сегодня выложить этот ролик, друзья мои. Потому что через, сколько там, 2 часа мне надо идти на работу. Скорее всего, он все-таки выйдет завтра. Я не успею его подготовить. Ну, главное, что он выйдет. Поехали. Так, и здесь я вижу уже 12-14, да? Опять Мухаммед. Да что ж ты будешь делать? Сколько у вас тут этих Мухаммедов? Мне кажется, компьютер просто берет понравившееся ему имя из всех этих, из всех игроков, и под него просто подставляет всякие команды. Да? Так, ну что, Рокзар, Лео. Даже я бы сказал, тут 2 Лео. Ну, а мы начинаем с массовой атаки от наших маленьких кроликов. Слушай, неплохо бомбит. Лео надо убрать отсюда. Я не хочу, чтобы он тут хилял или еще что-нибудь делал. Бумс, готов. Так, теперь вот этот Лео. Ай-яй-яй. Добиваем все равно. Бумс. Так, Рокзар что делает? Ну, естественно, стоечку, конечно же. Провокацию и тому подобное. Давай-ка его... Не вырубили. Так, Шинигами, молодец. И... Роквелл, как говорится, уделал последнего бойца. И мы с тобой двигаемся дальше. Может быть, не буду, конечно, обещать, сегодня даже успеем пройти испытание какое-нибудь. Слушай, мы уже в элите 2 звезды. Очень хороший, ребята, буст у нас идет. 12, ох, 13-15, броди. Вот это я понимаю, ребят. Вот это шикарно. Так. Но тут уже 33 уровень, я думаю, все-таки мои бойцы справятся здесь. Тем более, там очень много серебра, а у меня все золотые, так что... Поехали. С кого начать? Наверное, надо с Криса. Чтобы он тут не бафал всех. Хотя... Блин, не вырубил. Ну, Рафаэль, что ж ты? Так, тихо-тихо-тихо, не надо. Бросаем с тобой, наверное, гранату. Четенько. Так, Макман, плиз. Да чтоб тебя, ты даже не можешь вырубить никого. Кому он делает удар? По Рафаэлю и не попадает. Ну что, Пиццелицей, твой выход, бросай свою плюшку. Красиво. И, ну, добить вряд ли мы сможем. Хотя... Нет, у них уклонение еще, видишь, висит. Но, тем не менее, оно не спасло их. Ну, а у нас идеальная победа, и мы с тобой продвигаемся дальше. Интересно, мы по рангу поднимемся или нет? Элита 3 звезды, требую. Итак, есть контакт. 74-я позиция. То есть, друзья мои, скоро уже будут самураи. И тут у нас 13-15, да? Я возьму, наверное, вот этого Кейка, потому что, ну, тут очень много бронзы. А бронза, ты сам понимаешь, для разборки и подходит как нельзя лучше. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 45 уровень здесь у них. Ну, в принципе, должны мы справиться. Без применения каких-то сильных игроков. То есть практически на равных. Поехали. Так, вызываем дурачков из другого измерения. Слушай, хорошо, Крис сразу упал. Бомбочка, интересно, двоих сможет подбить? Смогла, и это круто. Ну, Майки, все, это уже поздно свои танцы тут делать. Они уже бесполезны на самом деле. Давай-ка вот так сделаем. Ой-ой-ой, а чё ж ты не пробил-то? Кофемашину давай. Добивай их всех. Яманал, кстати, ты видел, да? Вот, какую он там кофемашину создал для того, чтобы налить себе чашечку кофе. И она на него так стартанула, как будто это была какая-то ракета. Ну что? Да, друзья мои, вот и самурай уже. 89-я позиция.
Продолжаем разговор, и у нас тут уже 13-16 кубков. Так что берем Александра. Как ты видишь, уровень здесь 37-й максимальный. А у нас 45-й. В принципе, мы должны все-таки здесь победить. Сейчас будем пробовать. Тут у нас, кстати, сколько у нас? Две массовые атаки есть, даже три. А вот и Майки Космос. Тот самый, который сегодня получил золотой ранг, друзья. Вот слышь, конечно, немножко хандрит. Вот ему бы прокачать, ребята, массовую атаку, да? Круговую, было бы вообще шикарно. Так, давай-ка, наверное, Майки уберем отсюда. Тыч, готов, парень. Ну что, Крэнк, давай ракету свою. Ну, понятно. А ты добьешь кожеголовый? Красиво, но не добил Бибопчика. Это у нас Бибоп классический. Да, ребята, все. Он упал и отдыхает. А мы с тобой смотрим, перейдем ли мы в Самурай 2 звезды. Но это вряд ли, потому что здесь уже довольно, как тебе сказать, долгий путь. Вот именно про это я и говорю. Не получится сразу, как бы за один ход пройти вот эту вот всю ступень. Придется немножко повозюкаться. Ну что, давай посмотрим. Вот, 14-17, это у нас Габриэль. Отлично, нам фартануло. Так, ну тут уже, смотри-ка, 41 уровень. 41. Раз, два, три, четыре. Так, Эйприл Кунэйчи. Или же все-таки нам взять с тобой. Я даже не знаю. Давай попробуем, наверное, Ваньку взять сюда. Ваньку взял чисто для подстраховки. Потому что я немножко почему-то не уверен в своих вот этих бойцах. Начинается, да? Короче, ускоряет. Блин. Сейчас они будут меня инициативой давить. Ну-ка, попробуем поджарить их. Ну, прекрасно. Здесь, кстати, постепенный урон. Нам надо бы вырубить, наверное, Леонардо вот этого. Попробовать. Ну-ка, Донни, как ты? Отлично у тебя получилось, красавчик-то наш. Так, Шреддер, а я думал, будет хиляться. Но нет. Да успокойся ты, этот тоже парень мощно бомбит. Ну-ка, Ванюша, давай. Угости всех свинцом. Красавец. И Мондагека отдупляется. Все. Все, что я хотел, ребята, у меня получилось. Слава богу, да, без потерь, все отлично. Ванька, конечно, отжег по полной программе. Я ему за это благодарен. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше и переходим уже в Самурай 2 звезды. И позиция 48-я, то есть мы можем сразу перейти в Самурай 3 звезды. Если сейчас найдем хорошего, так сказать, противника. 13-16, нет, я уж оставлю туда 14-17, ну, можно поискать. Вот, смотри, Виталик. Видишь, если долго искать, то можно найти хорошего соперника. С хорошим, так сказать, бустом для меня. Так, ну здесь, смотри, 45 уровень. Тут уже, если честно, не до шуток. Тут надо быть предельно аккуратным, и я возьму Зека. Как я уже говорил, как боец он мне не нравится, Зек. Но именно вот против слабых он довольно неплохо играет. Смотри, бросает он бомбочку, может быть, даже кто-то упадет. Двоечка, да, рухнула. Теперь мы с тобой делаем добивку на Донни. Дальше мы добиваем с тобой Рафаэля. Нет, нет, не получилось. Ну вот, если только вот так. Хотя Макман может выжить. Нет, никто не выжил. Прекрасно, вот именно когда против слабых Зек неплохо разбирается с ними. Но вот если на равных драться, да, 80 уровней против 80-х, он, конечно же, начинает сливаться. Поэтому мне как бы не жалко было его здесь применить. Ну что, как ты понимаешь, чтобы перейти нам с тобой в следующий ранг, нам нужно два боя сыграть. Поэтому поехали. Так, 14-18. А дадите мне там 19, не? Не хотит? Не хотит, не хочет, ребята. Ладно, возьмем с тобой тогда Педро. Я возьму Педро. Вместе с Педро пойдет у меня Рокзар. Так, коготь, отдохни пока. Пойдет Рокзар. Раз, два, три. И мне надо взять еще кого-то. Вот, Хила возьму.
по идее, Рокзар сейчас должен встать в стойку. Первый. И... Что я... Что я сейчас сделал, скажи-ка мне на милость. Вот нафиг... Сейчас вот Хан, смотри, что делает. Кого? Так, слушай, нам повезло. Так, ну тут, понятное дело, хиляемся. Я хотел взять стойку. А видишь, что получилось? Надо, наверное, все-таки Хана бомбить. Тихо, 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 тихо. Пит. Блин, у него... А, хиллер один. Ну-ка. Бум-бум. Почти ушатал. Добей его. Вот, хотел взять стойку, а вместо стойки нажал на суперудар. Фу, ну теперь-то я... Тихо, ты что делаешь, а, Хан? На-ка, получи. Минус. А здесь... Давай вот так вот сделаем. Что, не помогло, да? Опять не помогло. Ну, все, тут уже никому нас не пробить. Погоди секунду. Давай вот так, наверное, сделаем. Я не хочу просто атаковать. Сплинтер делает контратаку. А мы его замедлили. Добьешь? Нет, не получилось, а так. Видишь? Что такое замедляшка, ребята? Я успеваю сходить два раза. Пока Сплинтер там накопит свою инициативу. Ну что же, отлично, ребята. Какое у нас тут с тобой местечко? 25-е. 25-е. Ну что же. Кевин. Так, давай-ка. Вот. Альберта, 15-19. Слушай, а тут уже 52-й ранг, прикинь. Ну, я тебе скажу следующее. Тут... Не обсуждается. Мы с тобой берем Армагона и валим всех. Потому что противник уже 52-53 уровень, а у меня еще до сих пор полтинники не отыграны. То есть, как бы противник меня уже опережает. Из-за этого мне приходится обращаться к моей имбе. Ну что ж, двигаемся тогда дальше с тобой. И уже переходим в Лигу Сёгунов, получается. Верно? Точно. Мы уже с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звездочка, это только начало, ребята. Персонажей еще у нас достаточно. Так, мне дадут что-нибудь там 15-20, нет? Скорее всего, не дадут. М-м. Ладно, ну вот, Григорий, берем его. Здесь можно отыграть, ну, наверное, вот так. Раз, два, три. Хотя, можно даже вот так сделать. Прикинь, сейчас лопухнемся, если Железноголовый не сделает первым ход. Вот это будет жесть. В плане, подожди. Ну, Хан, ладно, хорошо, Хан, пускай. Давай, вся надежда на тебя, Железноголовый. В плане, блин. Какого лешего? Так, нам помогает то, что, ребята, у них пониженная защита. Слушай, ну я бы ни за что бы не подумал, что Железноголовый не смог пробить всех, причем у них была пониженная защита. Че это за дела такие? Он 80 уровня. Ты понимаешь? Противник, ну смотри, полтинник. 30 уровней разница. Плюс пониженная защита. И он не смог пробить своим суперударом, который прокачан, извините меня, на 6-ю ступень. Я в шоке, если честно. Вот этого я никак не ждал. Ну что, давай посмотрим. Может быть, дадут все-таки здесь. Вот, 15-20, отлично, это у нас Антон. Блин, я уже не хочу так рисковать. Возьму, наверное, все-таки. Возьмем с тобой Когти Карайку. Когти Карайку. Так-так-так. 56-й тут уже уровень есть. Слушай, давай, наверное, и так сделаем. Раз, два, три, четыре. И... Подожди. И Леонардо, нет, Усаги. Ну, ты понимаешь, да, почему? Потому что 56 уровень уже врага, а я еще до сих пор на 50-х уровнях зависший. Надо как-то бустануть. Ну, тут понятно, Лео сейчас вырубит всех. Это само собой разумеется. Там постепенно урон отработал. Все отлично, идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Но противник тоже будет расти. Мы выше поднимаемся, и противник поднимается
выше по уровню. Так, мы уже в Сёгуне 2 звезды. Место у нас 70-е. Так, и смотрим. Тимур. Ну, давай Тимура возьмем. Возьмем Тимура, будем брать Леонардо сюда. Раз, два, три, четыре. Ну все, в принципе, полтинники уже отыгрались. И там уже переходим на 60-х. Давай, вертушки одной будет здесь за глаза. Отлично. Так, ну что, двигаемся с тобой дальше. Сейчас будем делать какую-нибудь такую команду без участия топовых бойцов. Посмотрим, короче. Во-первых, надо глядеть, что за враг нам попадется. Так, я вижу здесь, смотри-ка, Максим. Угу. Слушай, а у него тоже уже 62 уровень. Да что за дела-то? Я только дошел до 60-х, он уже 62-го. Так, хорошо, делаем с тобой следующее. Раз, два, три. Так куда ты лезешь? Раз, два, три, четыре, пять. Здесь меня смущает только Хан. Да, он может стать и самый первый. Ага, секунду, сейчас посмотрим, что у нас делает Супер Шреддер. Красиво наказал. Так, и добиваем. Слушай, ну, вот согласись, если Супер Шреддеру прокачать его, ну и вот этот вот супер удар до 6-й ступени, это будет, ну, вообще что-то невообразимое. Ты видел, как он всех нагибает? Это жестко. Ну, у нас, в принципе, с тобой осталось совсем чуть-чуть, и мы... В принципе, что чуть-чуть? Мы уже будем ему, ну, буквально на следующей серии искать элементы на супер-удар. Так, ну что, мы с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды. Поехали. Так, здесь у нас 16-21. Я возьму, наверное, Патрика. Все меньше, меньше, меньше у нас с тобой бойцов, как ты видишь. Ну что, я возьму, наверное, здесь вот так и Джастина. Да? Вполне годится. Бойцов-то маловато. Мне кажется, сегодня не получится без отката сыграть. Все равно надо будет потратить, да? Так, делаем с тобой супер удар. Ты дичь, никто не упал, понял. Запускаем волну. Изи. Ну, понятно, да? Бакстер Стокман, извини меня, 90 уровня. Еще бы он их не пробил. Так, двигаемся. Ну, в Лигу Мастеров-то мы сегодня точно залетим. Это я тебе гарантирую. Так, 16-21. И у нас тут... Ну, давай на Хайр. Возьмем его. Так, так, и последний Донателло. Как думаешь, разрулим ситуацию? Ну, в принципе, Донателло, если бросит свои сюрикены... Так, Кунай, во-первых... Ну, понятно. Так, вырубить надо кого здесь? Желательно бы, наверное, Донателло. Вот, уже попроще, полегче. Так, этого бы не помешало заблочить. Берем тогда провокацию. Берем провокацию, ну-ка. Да чтоб тебе, ну... Серьезно, так. О, все, ребята. Он расклеился, он какой-то ерундой начинает страдать. Опа, опачки, холодильник. Даже надо было придумать такой суперудар, да? Взять холодильник и метнуть. Что они этим хотели показать, я не знаю. Они, наверное, хотели... Так, подожди-ка. У них еще и меткость повышенная, прикинь. Рубим. Отлично, ну и что ты там спрятался? Мы же тебя видим. Оу, Тимати, ну хорош, ну что ты, елки-палки, такой слабак. Ударил, но не подбил, а там жизни-то было совсем немножко. Ну что, куда мы сейчас с тобой переместимся? Да, ребята, мастер одна звезда. Давненько-давненько я не забегал в мастер одна звезда, причем не применяя откаты. Так, ну что, давай обновим, 16-22, может быть... Дадут что-нибудь посерьезнее? Нет, не дают. И у нас Максим. Подожди-ка, сколько у нас персонажей-то? Понятно. Ладно, хорошо, сделаем с тобой
Три отката. Я возьму Лео. И возьму я, наверное, кого-нибудь из самых-самых слабеньких. Раз. И два. Потому что здесь Леонардо одного будет достаточно, наверное. А если я не прав, то мы распрощаемся с тобой вот с этими персонажами. Так, кто тут может быть самым живучим, а? Конечно, Донателло. Так, ну-ка, вертушка. 68 уровень. Упс. Так. Слушай, ну... Если он сейчас метнет бомбочку в меня, майки, то эти упадут. Но он этого не сделал, все ему крышка. А он бы мог, ребята, метнуть. 30 уровень он бы положил бы на изи. Ну что, я нас поздравляю. Все, ребята. Аренку мы с тобой сегодня отыграли. Ну, бустанули не кисло, да, на самом деле. А если еще применить откаты, могли бы дойти вообще с тобой до мастера 2 звезды. Ну что, естественно, нас сбросят. Буквально завтра я зайду в игру и уже буду где-нибудь в самураях копошиться. Так, идем с тобой, значит, на испытание. Что у нас тут? Сцены насилия. Так, кого тут разыгрывать можно? Это же все у нас есть, ребята. Даже не хочется, если честно, сюда идти, потому что, ну, даже фармить некого здесь. А тут? Ну, тут уже, да, ребят, тут Алапекс, извини меня, Кунаичи и Шинигами. Так что, наверное, пойдем с тобой на городскую войну. Раз, два, три, четыре, пять. Круто. Довольно неплохая компания. И тем более я очень рад видеть в нашей сборке Супер Шедевра. Давай, поехали. Так, замечательно. Как же он бомбит, а? Великолепно. Так, что у нас тут? Тараканы несчастные. На, получи. Ты дичь. Слушай, смотри-ка, а у нас еще Супер Шреддер делает на себя броню дополнительную, ты видел? Я как-то раньше не обращал на это внимания, а теперь да. То есть он имеет такую же способность, как и Армагон. Армагон тоже при атаке, и у него есть пассивка, да, которая может повесить ему дополнительную броню. И это круто. Ну что, у нас с тобой эпизод второй, поехали. Также, я думаю, на изи пробежим его. И третий, и четвертый, все будет легко. Вот с последними эпизодами будет, наверное, сложно. Там Сплинтер, ну Сплинтера можно даже и не бомбить. Как бы он у меня есть. Есть только для фарма. Так, ну что у нас тут? Хоба, готово. Отлично, великолепно. Изейше. Так, третья заключительная волна. Какой-то там матрас на улице валяется, видел? Где-то на крыше причем. Наверное, бомжи. Раньше они жили в подвалах, а теперь начали жить на крышах. Так, ну что же, великолепно. Я очень рад. Переходим с тобой на третий эпизод. И здесь у нас будет по ДНК кто? Морозильная кошка, потом Майки. А вот после уже, начиная с эпизода пятого, пойдет, как говорится, Кунаичи, потом Алапекс и Шинигами. Да, именно эти три ДНК персонажа мне и нужны. Врубаем автобой. Отлично. Блин, как же он бомбит великолепно, а? И сразу вешает на себя броню. Но это круто. Супер Шреддер, конечно, крут. Но вот эти вот когти, да? Как он только может бегать, ребята, а? Это же так неудобно, наверное. Не знаю, как он бегает. Так, ладно. Тут все великолепненько. Мы разносим, ребят. Ну, 30 уровень. Что вы хотели? Если бы был бы хотя бы 70-й. 70-й. А если бы это был 70-й, нам бы здесь пришлось бы очень туго. Потому что мы сами там какого? 80-го уровня. Ну что же, двигаемся дальше. 45-й уровень черепашек против нас. Опять же, все равно пойдет все на изи. Так, бронированные тараканы. Слушай, а что у него там сзади? Ты видишь на спине? Что-то я не помню, чтобы у него там что-то было. А там какой-то баллон висит. Кислородный, может быть. Так, отлично. В плане. Вы что делаете? Вы уже не можете забомбить Кейси 45 уровня. Даже Рафаэля не... Ну, опа.
Шреддер, ты сколько на себя там брони настакал, а? Родной ты мой. Она, интересно, стакается? Ну, то есть там одна броня, две брони. Потому что по нему сейчас был удар, а броня даже не слетела. Круто, конечно, да? Делает он. Все, ребята, проходим на одном дыхании просто. Мне это нравится. Ну что же, продолжаем наше путешествие по миру черепашек вселенной. Так, Микеланджело. Вот, ребят, а теперь самое интересное. Кунаичи. Кунаичи, Алапекс и Шинигами. Поехали. Уже 4 волны, так что... Да хотя, в принципе, ребят, хоть 4, хоть 5. Уровень-то все равно 50-й. Так что это нам на один зубок. Так, поехали дальше. Почему вот у этих, ребята, роботов голова как у железноголового? Можешь мне объяснить? Ну ты посмотри, вон. Видишь? Точь в точь, как у железноголового. Может быть, они похитили прототипы нашего робота? Кто их знает? Тихо, ты с своим шокером, да вали ты. Замедлил, а? Ты посмотри. А зачем ты это делаешь? Ты засомневался, что ли, Супер Шреддер? Взял и поставил... О, ну зачем вы, господи, вот опять эта дурацкая их непривычка на одном противнике делать массовые суператаки. Так, ну что, здесь последняя волна? Отлично, минусанули сразу этого тоже. Так, доп. Защиту делает Крис. Кунаичи упала. Провокация. Прикинь, у нас тут с тобой пробав какой идет. Фиг нас кто тут вырубит теперь. Ну-ка. Отлично, и вырубаем. Все, 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 ребят, ну что вы хотите. Вот так вот на изи проходим. Так, и мы с тобой двигаемся дальше. Уже сейчас, по-моему, будет Алапекс у нас, да, насколько я помню. Кунаичи. Сейчас Алапекс, потом Шинигами. Отлично. Уровень 65. То есть дальше будет 70. Вот 70 уже будет на самом деле тяжеловат для нас. В минус. Ну а тут все без проблем. Вырубаем одного за другим. Опять Супер Шреддер у нас с броней бегает. Тут сколько? 4 волны всего лишь. Вот зачем он делает, ты заметил, да? Он вначале бьет, а потом по земле. И вызывает шипы. Спрашивается, зачем тогда морду бить врагу? Слушай, это большая редкость, когда зэк бросает бумеранг. Обычно он либо пинает, либо еще что-нибудь. Но тут он сделал почему-то именно так. Ну что же, последняя заключительная волна. Здесь у нас кто? Алапек стоит, да? Рафаэль. Вот смотри, смотри, бьет, пфф, потом вызывает свои шипы. Ну-ка. Минусанули. Так, Лапекс. Тоже минус. И остается... Тихо, тихо, тихо. А, это враг. Так, только не говори, что мы тебя не пробьем, парень. Так, нормуль, Супер Шреддер. Обалденно, еще и замедлил. Крис делает доп. Защиту. Бакстер не смог добить его, да, все-таки? Ну что ты тут... Отлично. Ну что, все, родной, попался, допрыгался. Великолепно. Такие огромные шипы просто по земле, да, идут. Ну что, мы с тобой двигаемся дальше. Это у нас, по идее, должен быть сейчас последний бой. Лисичка у нас в кармане. И вот она с Шинигами. Здесь, наверное, ребята, придется мне самому играть, потому что 75 уровень. Это уже серьезная заявочка. Причем 5 волн. Ну что же, поехали. Не будем пока никаких бомбочек тут бросать. Этих мы с тобой разберем так, сами по себе. Что ты там где? Контратаку повесил, да, значит? Я сделаю, наверное, вот так, ребята. Сердцебиение. Пускай у нас с тобой будет автоотхил. А теперь попробуем пробивать. Ага, не тут-то было, да? А если так? Норма. Так, ну эти сами по себе ватные, блин. То, что у них, конечно, массовые атаки. То, что вот постепенное исцеление, это вообще имба. Да чтоб тебя, блин, не хочет падать. Посмотри, а. Как же ты делаешь себе броню, а? Супер Шреддер, я не пойму. Как ты ее стакаешь себе? Объясни-ка мне на милость. Так, ну что, здесь может быть бомбочку все-таки бросить, а?
Нормуль. Так, и разносим их в хлам. Все равно нету брони. Как он ее стакает, а? Ну, добьешь? Молодец. Так, третья волна здесь. Еще больше дронов, а? Ты посмотри. На тебе. Конечно, хотелось бы массовую атаку применить, но у меня ее нету. Только лишь у Бакстера Стокмана. Ну, и у Супер Шреддера. Но я не хочу тратить на них. Они недостойны. Так, а у них ускорение, оказывается, стоит. Вот, ребята, уже броня у нас с тобой. Вот что такое делают они, я не могу понять, ребята, что у нас бойцы сразу же получают какой-то дебаф. Но я его не вижу. Так, выпускаем волну. Я его не вижу, этот дебаф, но он висит периодически там. Так, секундочку. Морозилка, что ты тут делаешь? Блочим ее. Так, провокацию, я думаю, пока не стоит делать. Ну что, вжариваем? Ох, как это круто. Так, Лео. Блин. Добей. Отлично. Так, морозилка тут. Твою ж налево, я из про майки-то совсем забыл, что он тоже здесь. Лекарь еще тот. Ладно, морозилку врубаем, короче. И теперь попробуем майки ушатать. Замедлим. Замедлим. И добьем. Да ну, блин. Крис, какого лешего, я не могу понять. Не смог его добить. Так, у нас есть с тобой суператаки? По-моему, у Бакстера Стокмана есть одна. И я не думаю, что здесь надо делать провокацию. Вот сердцебиение, пожалуй, сделаем. Окей. Еще сделаем баф. Отлично. Давай, Бакстер. Ну, круто же, согласись. Вырубили всех. Вот, нормуль, друзья мои. Победа за нами. Это классно. Я вот не знаю, ну, на спринтера я не хочу, ребята, идти. Ну, что, мы получим на него ДНК, и что? Ну, тут, в принципе, неплохой фарм может получиться, да? Ладно, фиг с вами. Блин, 85 уровень. Как думаешь? Попробуем. Просто ради интереса посмотреть, как нас здесь с тобой разберут. По-моему, я же пробовал и не один раз, и фиаско у нас было. Причем конкретное. Тут если только бафаться как-то, но из баферов у нас только лишь один. Это... Хотя, если сердцебиение от Супер Шреддера, который дает нам постепенное исцеление, может быть, за счет него как-то разрулим. Сейчас посмотрим. Контратака. О, парень, тебе не повезло. Тыч. Тыч. Нормуль. И тебе тоже не повезло. Зря ты так. Тут, видишь, у нас с тобой хоть и нету такого полноценного хиллера, но все-таки сердцебиение, вот именно от Супер Шреддера, должно нам помогать. Отлечивать нас. Так, ну что здесь у нас? Ну давай, поехали. Минус. Так, этого попробуем сейчас гасануть. Не получилось, чуть-чуть. Давай доп защиту поставим, хотя у нас и так защита висит. Блин. Не доглядел. Так, этого бомбим. И этого. Переходим на третью волну. Пока идем идеально, ребят, не хочу сглазить. Так, наверное, не будем мы с тобой применять. Или будем суператаку? Блин, тут Рафаэль. Фиг с ним, давай сделаем. Так, отлично, ребята. Теперь, значит, вырубаем с тобой Лапекс. Ну, пытаемся вырубить. О, почему минус? Ой, промах. Блин. Ты запарил. Так, Лапекс делает просто обычный удар. Я думал сейчас сделать суператаку, но нет. Вырубили. Да иди ты в пень, ну что ты, ё-моё. Блин, баллончик еще бросает свой. Сердцебиение нужно нам с тобой как-то активировать. Вырубишь?
Блин, вырубишь, у него уже меткость понижена. Ё-моё. А так? Дай. Твою налево. Есть. Так, вырубит этого. Все, ребят, четвертая волна. Лапекс. Так, сейчас это будет свои кунаи бросать. А, нет, копье. Опа. Бросаем. Добьют зэка. Добьют, ребята. Жаль, конечно. Блин, я на самом деле хотел. Ну, мало ли, что я хотел. Хотел, да не получилось. Так, баф. Слушай, ну тут кунаичи как бы надо вырубать шинигами. Чё? Понятно, вызывает дух они. Наверное, как бы нам надо вот эту прихлопнуть. Не получилось, вот. Ну, сердцебиение хорошо, но откат очень-очень долгий, друзья мои. Долгий откат. Ну и зэк сам по себе вата, конечно, я уже говорил неоднократно. Поэтому я не удивлен, что он упал. Хотя, если бы Рокзар бы, предположим, встал бы в стоечку, мы могли бы его спасти. Именно зэка. Ну ладно, что сделано, то сделано. Че? Так, влупляем. Минус. Ну и сам Сплинтер один или с кем он там будет? А, ну конечно же, со своими учениками, ребят. Так, сможем ли мы их тут вырубить? Вот в чем вопрос. Надо начинать слева. Майки. А, он хиляет. Я думал, сейчас будет этот свой танец делать. Ну, блин, тяжело. Кого он блочит? Блин, Шредера. Да ё-моё, ну вот сейчас начнут тут от хилы свои делать. Дуб защиту пока не стоит ставить. Потому что у нас с тобой стоит. Вот. Поехали. Так, Сплинтера можно, в принципе, гасануть. Угу, гасанул. А этот же сейчас Рафаэль встанет в провокацию, поверь мне. Вот о чем я тебе и говорил. Майки, что там? Чушью занимается какой-то, если честно. Блин, ну придется бомбить. Вот пробей сейчас у этого Рафаэля. Оу. Да, однако се. Ты тут еще своим бафом, блин. Так, мы тоже тогда сделаем с тобой защиту. Да пробейте вы этого Рафаэля. Так, Майки отдуплился. Мы сейчас потеряем с тобой, да. Суператаки очень, ребята, долго восстанавливаются у Шредера. Ну, в общем, ты понял, да? Несмотря на то, что мы с тобой 80 уровня, мы с тобой одолели противников 85 уровня. Тем более 5 волн. Не одна волна, 5. И поверь мне, если бы не было бы у нас Супер Шредера с его сердцебиением, мы бы даже этого не сделали. Это я тебе точно говорю. Ну что, давай попробуем. У нас есть немножко, да, с тобой? Опа, видишь, как хорошо. Вообще шикарно, ребят. Вообще шикарно. Ну, конечно, хотелось бы здесь. Ну, чё греха таить? Хотелось бы, ребят. Ну, попробуем здесь. Не то. Ай, вообще не то, ребята. Все, все. Сыр у меня закончился. В общем, я скажу тебе одно. Я доволен, ребят. Можно было бы, конечно, мне кажется, пройти вот последнее испытание вообще без потерь. Но это надо было, я не знаю, там хорошенько обдумывать тактику. Я, конечно, немножко лопухнулся в плане того, что я все суперудары растратил. Я пришел на последние две волны, и у меня не было ни у Бакстера Стокмана ничего путевого не было, ни у Супер Шредера не было. Плюс сердцебиение, да, мы его как бы использовали, но восстанавливается 5 ходов. Долго. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!